литровой машине. Вот. Но я ездил на 1,1 литра. Вот. Я такую машину брал в Турции на прокате. На дизельке. А. О, как она ездит! О, как она ездит! Сегодня и сейчас. Peugeot 107. Небольшая машина. Двигатель литр. Двигатель, если честно, от Toyota. Мы посмотрели. В принципе, для города более чем предостаточно. Как человек, который ездит по городу, я объясняю ситуацию. Я езжу и смотрю на светофоры, да? Если я подъезжаю к красному, я не разгоняю, какой смысл. Вот. Я смотрю, еду правильно. То есть можно город проскочить за 80 километров, можно город проехать за 40. Расстояние не сильно большое, город не такой уж большой. Вот. Вопрос топлива. О, вот топливо у нас сейчас, конечно, хорошо. То есть да, это дорого. По одной простой причине, почему-то топливо начало расти в цене, и на газ в том числе. Жестко оно растет в цене, мне это сильно-сильно не нравится, но что же делать-то? Такова характеристика. То есть мы сейчас будем говорить о чем? О том, чтобы не спеша и плавно перемещаться по городу. Почему я не на Peugeot 107? Почему не на Peugeot 107? Объясняю ситуацию. Вот Максим, такой хороший парень, в меру большой, как и все нормальные товарищи. Он добрый, потому что он большой. Я немножко меньше, поэтому я по большей части злой. Но Максим сел здесь. Я сейчас покажу. Это просто красиво будет, да? И посмотрите, как он сел на сзади. То есть, теперь объясним расстояние между... Вот у меня 1,75 м. Я такой небольшой, плечистый, крепкий. Вот. Практически 100 килограмм. Это, конечно, много. У него вес немножко побольше, и рост у него побольше, ну, примерно так, практически по 2 метра. Посмотрите, над ним еще места хватает. Теперь зададимся вопросом. Машины хороши. Где такие машины продаются? Центральная городская ярмарка. Ну, что же не кушать-то там и не покупать машины? Потому что это круто. Берете себе машины и ездите дальше. Круто, замечательно, просто супер. Теперь... В оконцовке такая тема весьма интересная, понимаете? А я всем людям говорю, пацаны, я не помню, сколько машин я проехал. Я не помню, понимаете? Я не знаю, сколько машин я проехал. Но все машины, которые я тестировал, естественно, они продались. То есть, ребятки, сами подумайте, вам ли это нужно или вам такую штуку и не нужно. Думайте сами, господа. Машина исключительная. Тем не менее, мне кое-что понравилось. Кое-что, Максим посмотрел. То есть как здесь регуляторы холостого хода работают? В смысле, не холостого, это регуляторы печки. То есть можно опустить, можно включить. Круто, просто круто. И красиво сделано. Да, машина недорогая, да, цена небольшая. То есть, в принципе, если вернувшись на круги своя и перечесть к долларовому эквиваленту, то цена машины получается как бы не 4000 долларов, если честно. Чего не взять-то? Чего не взять? Где брать? Центральная городская ярмарка. Мы везде там и показываем вам, что машины легко и качественно брать только там.